кем не знаком, могу представиться, Чернышов Сергей Иванович. Вот, я буду проводить сегодня мастер-класс. Вот, если есть какие-то вопросы к личности проводящего, просьба задавать сразу. Ну, вдруг какие-то вопросы, там, кто, что, откуда я. Вот. Это самое-то главное, что я вам хотел. Значит, у меня для вас два сообщения. Одно хорошее, другое плохое. Начнем с плохого. Значит, плясать я вас не научу. Вот, вы не надейтесь. Вот, второе, хорошее, я вам скажу, как это сделать. Вот, вы можете это делать сами. Вот, потому что, как я уже писал, дроби – это, можно сказать, простейшее из пляски. Что там, ходишь, топаешь, я вам покажу, сейчас будете ходить топать. А гораздо сложнее – это, конечно, вот, собственно говоря, манера, да, это тот самый дух, который отличает живую пляску от постановочной, от того, что мы на сцене видим. Вот, то есть это вот раскрытие себя и как бы впитывание традиции, вот это вот несколько сложнее. Если вы занимаетесь народной традицией, вам станет это понятно, что с этим делать дальше. Я, конечно, буду объяснять, но вам, в принципе, как бы должно быть понятно. Почему? Потому что один из признаков фольклора – вариативность. То есть вот это вот свободное владение азбукой. Вот как мы из букв составляем слова. И вот точно так же я вам дам азбуку, которую вы будете... То есть ваша задача будет... Мы сегодня отработаем этот момент, но ваша задача будет делать вот то же самое, что я вам скажу. То есть обрабатывать это в себе. Что такое пляска? Пляска – это движение. Движение по полу, да, по плоскости. А из чего у нас состоит движение? Мы двигаемся. Что это такое у нас? Шаги. Вот. И один из этих элементов вы уже знаете точно. Вы даже все элементы знаете. Вот. А первый, с первой вы мне даже можете, может, даже назовете, какой самый первый элемент, с чего мы начнем. Ну, я как бы не воображаю, я просто призываю вас. Топ-топ. Вот, да, топ, точно. Значит, это шаги. Это всего несколько шагов. Вот на несколько вот этих моментов, несколько приемчиков, да, на одной руке может уместиться, которыми вы будете пользоваться. Я вот сейчас могу показать, вот, и дальше посмотрим, как это все будет разворачиваться. Ничего страшного, ну подумаешь, дребезжит. Это все страшно, но на самом деле все элементарно, все просто. И начинаем мы с вами с обычного шага, которым мы с вами ходим. Вот каким мы с вами шагом ходим? Ну, плясовой, допустим, да? Вы даже, наверное, пробовать не будете. Ну, давайте пройдемся, попробуем, разомнем колени. Вы там из-за колонны выходите немножко. Если есть четвертной шаг, то, следовательно, есть восьмой шаг, восьмушки. То есть восьмушки – это те, кто в музыке занимается, это вот в два раза меньше, чем четверть. То есть четверть у нас, а восьмушки – вот. Значит, что мы делаем? Вот мы идем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Восьмушки. Понятно? Давайте потопаем восьмушечками.
Хорошо. Я сейчас весь мастер-класс вам за 10 минут выложу и пойдем чай пить. Вот. Четверть, восьмушка. Вот сейчас попробуйте соединить четверти и восьмушки. Что должно получиться примерно? Понятно, да? Я сразу не оговариваю какие-то конкретные фигуры, конфигурации. Попробуйте сами. В любом, вот как вам захочется. Пошли. Поскольку мы все-таки не пляшем, у нас все-таки как бы учебный процесс, то можно попробовать всем. Потому что это идет не просто как бы момент такой плясовой, а общее развитие такое, оно может быть и полезно. Значит, вот. Стойка. Стойка, да. Значит, пятки подняты и сведены. Вот, показываю, да? Я сижу на них. Сижу. То есть буквально я сижу. Вот так вот тяжело. Я просто сел на них. Сядь ты. Что, что? А, штанишки. Нет, неправильно сидишь. Антон, да. Вот. Это как бы изначальное положение. Удобно сидеть вот так. Ну просто вот когда колени развернуты, то есть балансировка так. Мячиком лучше просто попрыгать. Вот, вспомнил, да, вот, смотрите, пока, у меня, кстати, вот колено болит, так, ну вы сидите, значит, смотрите, еще такая штука, вспомнил, к лопушкам, мы ногами делали на два и на три, и руками тоже можно сделать, раз, два, три, четыре, да, раз, два, три, четыре, или раз, два, три, четыре, а можно раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, три, четыре, понимаете, да, о чем речь? Я могу делать 4 удара, а могу 3. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Да. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот. Очень хорошо. Как на ногах. Так, потрясите нос ногами. Встаньте. Вот. Ну, просто вспомнил. Полезная штука, интересная. Вот. Дальше что? Простые, самое простое то, что вот, это вот, конечно, там, раз, оп, эти все выходы, вот, да, значит, ногу выставлять, ну, это детишка, можно там, вот, обычно, когда сам, оп, она сама выпрыгивает, совершенно сама, оп, то есть, чтобы было оно как-то вот, ну, естественно, вот это надо поймать, потому что движение простое, но чтобы оно было красивое, надо вот найти, чтобы оно было. Да. Да. Оп. Вот. Можно сюда хлопушечку добавить. Оп. Оп. Да. Во-во-во. Да. Прекрасно. Вот. Это простое. Потом дальше всякие там выкидоны. Оп. Это у нас нога. Стоит, вторая нога стоит, оп, там, туда-сюда, вот. Значит, что здесь? Я все-таки я подпрыгиваю, да? Оп, 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 вот, да, штука полезная. Ага, во-во-во, видите, да? Вот я нарисовал, у меня у самого рисует. Ну ладно, так. Ну и дальше вот эти самые, конечно, вот этот вперед ползунки. Оп. Одни из сложных. Что здесь у нас получается? Погодите, давайте попробуем. Стоп. Попробуйте. Эх. Вон, другую ногу.
Да, точно. Во. И так вот, медленно. Раз. Оп. Но это немножко не то, это мы готовимся просто. Оп. Мы не так будем делать. Вот. А, собственно говоря, сами ползунки, это я перепрыгиваю с ноги на ногу. Вот. Оп. Раз. Опа. Болит коленочка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, во, во. Перепрыгиваем с ноги на ногу. Точно. Во. Да, 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 да. Точно. Во, во, во. Во. Да, вот это, конечно, сложно. Нам сложно. У детей, если вот их правильно поставить вот в это положение, у них легко получается, да, потому что они легкие. Так, а, иди-ка сюда. Давай, давай. Вообще ничего делать не надо будет. Давайте я сюда встану. Так, значит, играет музыка, я показываю. Я покажу, и следом, когда я пройду немножко подальше, следующий начинает делать то же самое. И так вот все, все кавалеры, барышни просто стоят. Ну, не стоят, а, значит, задача. Здесь движения никакого нет, мы просто пляшем. Мы пляшем друг перед другом, друг с другом. Вот. Вот, собственно, и вся кадриль. Сейчас все вот видите. Давай, Толь. Что-нибудь. Я наигрыш уже просто... Давай, под плясочку. Не нарушился, да? Не, просто стоим. Поживей, поживей, Толь. Русского, давай, русского. Быстрее не будем, чтобы вы успевали. Вот и... Вот. Значит, все, давай, Толь. Вот, и потом, пардон, кавалер делает оборот с барышней. Давайте, давайте. Да-да-да, я-то умею. А начните здесь. Антох, давай, начинай, чтобы сразу, а то стоять будем долго. Так, следующий. Барышни, вы отвечайте, отвечайте обязательно. Всякие фигуры будем делать, вы все, вы, ваша задача топать. Thank you.
Какие-то вопросы там, звоните, приглашайте, потому что, конечно, процесс уже превращения вот этого навыка в пляску, он долгий, не скажу, что мучительный, вот, но надо, конечно, там что-то как-то корректировать, подправлять. Вот. А так все, наверное, друзья, все. Вам спасибо. Да.
Вы, самое главное, что вы должны вынести из этого, что это все складывается как кирпичики. Все, вот даже три шага, которые вот вы вот начнете использовать, вот вы их научитесь моделировать, ими там манипулировать, там как еще, вот, потом добавлять. И вот если вы это вот хорошенько уясните, все, и дальше уже вот это самое главное. Азбука, я говорю, что вся система, я говорю, 10 минут, и все.